концерт на знаменитую артистку, что шла со сцены в славе и цветах. Смотрела робко девушка-хористка с безмолвным восхищением в глазах. Актриса ей казалась неземною, с ее походкой, голосом, лицом, не человеком, высшим божеством, на землю к людям, посланным судьбою. Шло божество вдоль узких коридоров, меж тихих костюмеров и гримеров, и шлейф оваций гулки, как прибой, незримо волочило за собой. И девушка вздохнула в самом деле, какое счастье так блистать и петь, прожить вот так хотя бы две недели, и, кажется, не жаль умереть. Божество в тот вешний поздний вечер в большой квартире с бронзой и коврами сидела у трюмо, сутуля плечи и, глядя вдаль усталыми глазами, отшпили в косу в ящик положила, сняла румянец ватой не спеша, помаду стерла, серьги отцепила и грустно улыбнулась, хороша. Куда девались искорки во взоре, поблекший рот и ниточки седин. И это все, как строчки в приговоре, подчеркнуто бороздками морщин. Да, и даны в восторге крики без цветы, статьи, любимая артистка. Но вспомнилась вдруг девушка-хористка, что встретилась ей в сумраке кулис. Наивная, о, как она смотрела, завидуя, уж это ли секрет, в свои 17 или 20 лет, не зная даже, чем сама владела.